Ребят, вот, наверное, знаете, есть такая организация у нас в городе, Федерация футбола, да? Да, конечно. Вот у нас все соревнования, которые футболом связаны, проводят. Впервые мы решили провести вот такой турнир по большому футболу среди юношей 2002-2003 года рождения. Вот если вам этот турнир понравился, то вы сейчас громко все дружно скажете «да». Тема тебе понравилась? Понравилась! Только чуть пораньше проводить. Ну а вам большое спасибо за участие, за интересную игру. Смотрите, сколько болельщиков было на всех играх, да? Они вас очень громко поддерживали. А вам спасибо за красивую игру. Мы уже сейчас видим, что вы уже немножко вырастаете в футболистов, да? Ждем вас во взрослых командах, чтобы наша смена росла и приходила в большие команды. Ну а сейчас начнем небольшую церемонию награждения. Вот до 2005 года председателем Федерации футбола был Черных Александр Михайлович. Вот он сейчас наградит финалиста Кубка Федерации футбола города Пиратский по футболу среди юношей 2002-2003 года рождения. Команда «Старт» 2004, пожалуйста. Ура! Поздравляю, конечно, победителя, слушаю команду города, команду «Динор», победителя Кубка. Личных приза. Ура! Мне, да! Лучший болельщик, нет! Мы хотели утвердить лучший спонсор, но они не подошли. Лучшим бомбардиром Кубка Федерации стал Попов Павел. Ну и лучшим игроком признан Дубровин. Все, можно! Кто-то сядьте вниз, чтобы все вошли.